акустика под названием Deo, она же Sherwood, выпущена лет 30 назад, к какой-то годовщине величайшей фирмы Deo в качестве хай-фай позиционировалась. Оснащалась этой акустикой, к ней шла дека кассетная, горизонтальная, неплохой CD-шник был, тюнер был так себе, и усилитель был вершиной этого всего выпуска. Звучит она просто обалденно, я сам не ожидал. Слушаем. Жан-Мишель Жарра. Там бас. Скажу честно, звучит очень и очень прилично. Состояние тоже хорошее, можно сказать, отличное. Грили целые, ничего не сломано.
Все динамики шикарные. Хороша акустика.